Сегодня едем смотреть гонки, поэтому мне нужно все успеть. У меня еще 1,5 часа и все. Показываю гортензию, потому что уже цветает, ребят. Но в этом году она выглядит намного лучше. Ну, потому что дерево спилили. Смотрите, я почистила мало корни, все вот эти вот сорняки, трава какая-то там, корни от травы. В общем, камней куча. Ой, я работала, на самом деле, ребят, 3 дня. Это вот сегодня у меня такой завершающий момент. Сейчас я граблями все это дело разграблю. Вот смотрите, как уже выглядит. Туи мои молодцы, подрастают. Зелененькие, красивые. Вот. Это у меня домик, ребят, специальный. Кому интересно, этот домик отпугивает собак. Собаки лежат, вообще не подходят ко мне. Вот я включила на самую большую. Ну, как-то скорость. Короче, когда они лают, вот этот домик издает звук, который мне не слышен. Вот. А Джончик моет дом. Пойдем покажу, сам ушел. Ну, раз ушел, покажу, ребят. Вот вчера ночью также добавила земли. Вообще хочу еще добавить мешочка 2. Смотрите, какие красавчики. Мы с Дэвидом посадили, он выбрал эти цветочки. Почистил лилейник, все уже отцвело. Ну, в общем, выглядит вот так. А Джончик постриг кусты. А теперь моет дом. Я, кстати, окна, ребят, здесь помыла. Но после того, как он это все помоет, я еще раз пройдусь. Эта штука сильная. Ребят, еще у меня для вас задание. В общем, смотрите. Я вам раньше говорила. Мы удалили вот эти кусты. Но они такие беспонтовые были. Там собирались осы, гнезда вили. В общем, плохо все было. Мы все убрали, я прочистила. Смотрите, работу какую провела. Это с куста. Джончик куст постриг, поэтому нападала. А так, здесь земля тоже, ни соринки, ни пылинки. Ну, конечно, надо добавить хорошей земли, малч, ну, в общем, все. А весной, ребят, планируем что-то сюда посадить. А вот что, не знаем. То ли гортензию. Я гортензию люблю, но мне не нравится, что целый год она выглядит ужасно. Одни эти палки торчат сухие, и все. Думали, деревце какое, но деревцу здесь будет мало места. Ну, в общем, не знаю. Девочки, пишите ваши предложения. Что вот сюда можно посадить? В общем, место приблизительно от забора до этого бордюра получается, ну, где-то метр, сейчас скажу, 1,5 метра. Может быть, 1,70 м. Да. Ну, а туда, соответственно, уменьшается. С забором. Да, забор чистый. Ну, короче, у него есть час, ребят, чтобы успеть. Я говорю, давай-давай, бегом. Потому что надо же ехать. Ну что, а я пойду приму душ, накрашусь, все дела. И поедем. Дела, ребят, рюкзачок свой новенький, потому что у меня там 2 одеяла, теплые вещи. Днем у нас жара-жара, а к вечеру, конечно, прохладно. Но на самом деле мне этим Нью-Йорк безумно нравится, потому что, ну, ребят, представьте себе, когда постоянно жара, ну, это невыносимо. Так что торопимся. Вот. Плохо опаздывать, потому что мест нет. Ну, будем надеяться, что найдем место. Потому что, ребят, в прошлом году мы приехали, на самом деле, очень рано. И вот ждали, ждали. Такое впечатление, как будто бы мы в деревню приехали. Знаете, где коровы ходят. Дорог нет. Ой, девочки, мальчики. Some people park so far apart from each other. Ага. Ну, в общем, нашли, ребят, в кустах. И то пока еще не нашли. Сейчас вот этот припаркуется. Потом уже мы... Что-то тут столько песка, не пройти, не проехать. Нифига себе. Пустыня Сахара. Там уже тренируются, я слышу. Это моя зайка. Знаете, какой у меня малышек, а? Растет, растет. Представляете, места-то будут... Мы сейчас самый конец. Джончик, новые футболочки. Смотрите. Yes. Ну что, очередь продвигается, но очень-очень медленно, ребят. Вот стоим, стоим. 20 минут.
Так, девочки, мальчики, нас снимают. И я тоже решила снять. Прикольно, да? Ну что, мы практически добрались до кассы, но еще, наверное, минут 5 как минимум. $80, ребят, только за билеты. А там еще, сами понимаете, попкорн, кола, все дела. Всякие хот-доги. Пока стоим в очереди, посмотрите на обычных американцев. Те, которые, ну, как сказать, в основном рабочий класс. Хот-дог, претцел, вода. Ну что, претцел, самая нормальная еда из всего, что здесь предлагают. Для Джончика, а Дэвид захотел хот-дог. А я попкорн буду есть. Ну вообще Дэвид тоже любит попкорн. И мы его домой забираем. Сидит, курит. И все на меня, вообще капец. Я просто в бешенстве. Я уже ничего не хочу. Короче, капец, ребят. Ем попкорн от злости. Вот с какого перепуга я должна дышать этими сигаретами? Я вообще не понимаю. Дади, дади, дади. Так, ребята, я выбрала единичку. Посмотрим, кто победит. Вот она, единичка.